Джон, тут талибы подъезжают. Ты что-то не памятаешь? Я не памятаю амаль ничего. А кроме того, перекладчика. Чому пришел до нас? Потреба у грошах. Будем сподеваться, что ты нас не расчаруешь. Не, только не я, сэр. И он сюда не только по гроши пришел. Талибы забили ягонного сына. Спиняй транспорт, сержант. Тут нам нельзя ехать. Ты не у своем осяроде, Ахмед, то тут как перекладать. Я тут хочу как тлумачить. Джон, тут талибы подъезжают. Тягу трех тыдняў. Гэтая сім'я лічыла, што ты памёр. Мы абавязаны гэтаму чалавеку. І ён перацягнуў мяне цераз все гэтыя горы. А зараз ён хаваецца недзе па завуголлях. На яго месцы мусіў быць я. Всё добра, Джон. Не, нічога не добра. Я яму абавязаны. Ахмед і ягоная сям'я ў небяспецы. Мы не маем паўнамоцтваў. Мне прыйдзецца рабіць усё самому. Слух, ты там будзеш адзін. Адаптуйся. І выкарыстоўвай усё, што можаш. Калі скажаце, дзе ён, я смагу яго выцягнуць. То вельмі рызыкоўна. Ты зараз вельмі папулярны ў талібане. Сумо по тебе, и какая тата? Эту повинную я мушу отплатить. Направду? Ибо у меня есть выбор. Выбору нема.